Ряд помещений, которые ранее занимали структурные подразделения мэрии, до переезда на Косовскую сдадут в аренду. Некоторые сразу выставят на аукцион по продаже. Однако даже арендованные помещения временный владелец со временем сможет выкупить при условии инвестирования в ремонт и благоустройство 25% от стоимости объекта. Единственный предохранитель – включение недвижимости в так называемую вторую архитектурную категорию. Также некоторые помещения будут использоваться под другие коммунальные службы и учреждения. Ці приміщення використовуються або, знову ж таки, для потреб міста та для розміщення служб Одеської міської ради, або передано в орендне користування та бюджет отримує кошти за оренду, або прийнято рішення про включення до переліку об'єктів, які підлягають продажу на аукціоні. Після їх продажу надійдуть гроші до міського бюджету. Напомню, что в горсовете уже не первый год продолжаются дискуссии, нужно ли мэрии продавать большинство освобожденных помещений частным владельцам или зарабатывать на их аренде. Представители городской власти ссылаются на плановые показатели бюджета, которые должны выполняться в том числе за счет приватизации. Однако финансовым планированием, собственно, и занимаются представители местной власти, а потом ссылаются на условия, которые сами создали. Оппозиция же настаивает, что в долгосрочной перспективе за счет аренды и без права приватизации большинства объектов выйдет заработать гораздо больше.